первый в континентальной Европе комплекс Европейского космического агентства для запуска спутников открывается в Швеции. Торжественная церемония прошла в заполярном городе Кируна в рамках визита председателя Еврокомиссии, приуроченного к началу председательства королевства в Совете ЕС. Сейчас Европейское космическое агентство использует для вывода спутников на орбиту космодром Куру во французской Гвиане в Южной Америке. Этот космодром станет европейскими воротами в космос. Это необходимый для нас элемент инфраструктуры, который нужен не только для инноваций, но и для дальнейшего изучения последнего рубежа. Ракетный полигон S-Range был построен в Швеции в 60-х годах прошлого века. Сейчас здесь расположены три стартовые площадки и несколько ангаров, места в которых достаточно для размещения нескольких ракет-носителей. Первый запуск спутника планируется в первом квартале 2024 года.